В законодательном собрании Карелии состоялось первое заседание консультативного совета. Его провел спикер карельского парламента. В начале первого заседания Александр Шандалович поприветствовал членов консультативного совета и отметил, насколько важно их мнение для тех, кто сегодня принимает республиканские законы. Нам же, как законодателям, очень важно слышать мнение авторитетных людей, очень важно сверять часы, и важно общаться с экспертами, которыми мы вас считаем, и независимо от того, в какой сфере деятельности вы трудитесь, будь то экономика, культура, образование, здравоохранение или социальная политика, управление, это очень бесценно для нас. В состав совета вошли известные и уважаемые люди в республике. Дипломат, доктор экономических наук, советник ректора ПетрГУ Валерий Шлямин, олимпийская чемпионка Евгения Медведева, директор Национального музея Карелии Михаил Гальденберг, в прошлом депутат законодательного собрания Виктор Богданов. Чтобы он эти вопросы законотворческие, которые рассматривают проекты законов, проекты других нормативных актов, которые принимаются, они проходили бы через этот совет. Совет привлекал бы более широкий круг актива, если можно так сказать, или неравнодушных жителей нашей республики. И мы совместными усилиями создадим очень прочную правовую базу деятельности и жизни на территории нашей республики. Члены консультативного совета будут участвовать в обсуждении проектов региональных и федеральных законов, проектов обращений законодательного собрания, анализировать мнения граждан и организаций. На первом заседании члены совета обсудили вопросы формирования бюджета республики на 2020 год и развития системы здравоохранения Карелии.